Ей-ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Робби Каркарыч, Сок Яблочный, сегодня мы играем в Гаррис Мод, Картона Сандбокс, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень классная серия, потому что мы будем тестировать очень классный пак оружия, у которого 4000 отзывов и 5 звездочек. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Короче, первая оружка, это у нас лечебный пистолет, тут смотрите, у него 75... А, оно отбавляет, а не добавляет. Да, это Alien Дезинтегратор. Уничтожить. А, я что-то так думал с виду, такой звук, как будто добавляет жизни. Хорошо, прикольная оружка. Серега, чтоб ты понял, что я чувствую. Так, следующее оружие у нас кобра. Ой, прикольно. А есть второй режим, смотри, Димас, на правую кнопку мыши. Да, давай проверим. Стреляю, вот, смотри. Он не сразу стреляет, он именно не сразу взрывается. А, вижу, вижу, отскакивает. Так, прикольная оружка. Серега, слышишь, что я сейчас сделаю? Да. Ух ты, ты безбашенный, а. Пойдет. Так, следующая оружка у нас... Кружитель. Что-то странное название. Заспавните себе. Пойдет. Ну, ты как будто из пистолета стреляешь. Какое-то кряканье издает странно. Мне оно не нравится. И очень мало дамажит. Так, следующая оружка. Давайте в здание жахну. Ой, вот это звук эпичный. В толпу стреляем. Смотри, Димас. Еще он как пулемет. Нифига себе. А, на правую кнопку мыши режим переключил? Не-не-не-не-не, просто заряжаешь и стреляешь, много раз нажимаешь. Все, понял. Главное, заряди побольше. А, надо зарядить побольше, все, хорошо. Погнали. Да, звук не доходит. Так, следующая электроган. Ой, это что-то такое интересное. А ну давайте давай, на первом. Стреляй. Ой, смотри, он горит. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Так, на правую кнопку мыши смотри. Ого. Фига себе, ты безбашенный, Димас. Жги, 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 давай. Так, давай. Хорошо, не сильно интересно. Аккумулейшн, на. Это хилка, Димас, это аккумулятор. О, давай похилим. Здоровье восстанавливает. Пусть восстанавливает этому горящему. Нормально. Это оружие, кстати, нам пригодится в боях, да, когда будет один у нас лекарь? Да. Так, очень примитивно. Дальше. Флайер ган. Ой. И все? Это, по сути, надо ночью, Димас, проверить. Понял, мы потом как-то, может, в ночной карте и проверим. Так, эта граната очень большая. Подальше советую. Ха-ха-ха, так прикольно смеяться. На, попей. Ой, смотри, чисто под ноги бросил, на. Так, хорошо. Давайте следующее. Это липучка мед, Димас. Нажми на правую кнопку мыши. Эпично, но они почему-то живые. А ты как-то криво, ты поближе. Ай. Ого. Так, хорошо, липучка гун. Ого, что-то за мясорубка у меня в руках такая. Это пулемет. Так, следующий. Нифига себе такой пекаль. Серьезный. 357 какой-то пекаль. Слабенький. Это что у нас? Это у нас хунтер. Ух ты! Неплохо. Жестко ты, Димас. Ты не ожидал сам, что он такой жахнет так сильно. Ой-ой-ой! О! А что это за черное очко? А ты их это аннигилировал. Поставьте-ка NPC, ребят. Ой-ой-ой, сильно. Сейчас. А ну два на игроки используй, а ну стой. Не живой. Так. Не, уже не живой. Это что у нас такое? Лазер майн. Это мина лазерная. Давай, наступи. Не, не работает. Может, на стенку надо? Не-не-не, она работает. Во, на стенку поставил, смотри.
Ох ты, нифига себе она жахает. Ася на землю. Ой, на землю можно. Ой-ой-ой. Прикольно, а? Так, дальше. А ну стой, стой, давай в Каркарыча в голову. Ой, красава. С одного раза, красавчик. Смотри. Да. Так, прикольно. Мы можем использовать это, как знаешь, у маньяка оружие будет. С одного раза раз и исчез. Чтоб не было. Ой, ты не попал. Не, я попал, тебя нету. Так, это у тебя хэви мачинган, дебас. Прикольная штука. Только знаешь, он такой меткий. Смотри, вот смотри, где ты? Да, смотри, как он стреляет криво. Да-да-да. Вообще не меткий ни разу. Продолжаем. Монстр. Ого, что за монстр? Здание. Да не, что-то не то. Это мощен. Зум. Не, фотоаппарат, который в гарисмоде сильнее зумит. Так, это что-то за мега взрыв. Нюка. Это ядерное, это ядерное. А как ее использовать? Ну не знаю. Так, я, короче, наверное, направляю в здание. Гайс рун. Так, ребята. Run, guys, сколько run. Времени надо? Не знаю. Сейчас должно рвануть по идее. Так, смотрим. О! Внимательно, не отрывая глаз. Короче, Серега стрелился в то здание. Тут и видишь, какое. О! Вот тебе ядерный взрыв. Пройдет. Нормальный, да? Пойдет. Да, ослепительный. Ого! Орбитал! Кейнон! Погнали дальше. Правее целюсь. Так, смотрим. А я вижу, удар произошел. Давайте ближе. Ой, прикольно. На! Вот этот ядерки, смотри, какой прикольный эффект до сих пор. Так, а я в эпицентр залетел, тут все серое, Димас. Ого, что за пушка? Такой звук, а ну дай кому-то стрельну в голову. Не ссы. А ну стой, в головешку. Ух ты, с одного раза. Тоже, короче, это можно оружку давать этому маньяку. А, не, не с одного раза, не. Вот этот растворитель лучше. Так, Вик Буллет. Ай. Так, какое-то говно. Сако. Сако. Ого! Вот это он струячит. Шоквейв. А ну-ка. Не-не-не-не-не-не-не. Стреляй по АК. О, тоже с одного раза убивает. Тоже пойдет нам на маньяка. Так, смог гранат, мое любимое. Кстати, у нас дымовухи нету, да, гранаты, Серега, полноценный такой. Есть, ну, которые. Есть. Ну то не та, вот это прикольно, смотри. Побольше таких накидать и все. Ну, а долго она будет, давай проверим. Давай. Сейчас мы тут подзадымим карту Малеха. Смотри, я вот взял эту штуку, и она дымит. Прикольно, нормально, да? Так. Да. На Е взял? Нет. Физган? Физганом. Да, понял. Кто-то дверь взял. Короче, их сколько что-то много, оно бросается и бросается. Сейчас еще чуть-чуть бросим, проверим, сколько можно. Ой-ой-ой, прикольно. Да ты это с граната летаешь? Да, да. Так да. Прикольно смотрится. Всю карту так можно задымить. Я еще парочку бросил, мне очень понравилось. Не, в принципе, неплохая граната, может это обзор закрыть. Так, следующая пушка у нас. Ого. Снайпер райфл. Прицел такой, давай в головешку. Нана. Пойдет. Так, что у нас там дальше? Спрей. Проверяем это спрей. Надо о, давай проверим. А ну-ка. О, красит. У меня сразу на исчезает. Правую, попробую на правую кнопку мыши нажать. О, цвет меняется. Можешь нарисовать что-то такое. Дима смайлик какой-то нарисовал.
Так, прикольный новый мод. Так, знаешь, какое следующее оружие? Терминатор. Это не терминатор. Это какой-то говноматор. Так, смотри, у нас следующее оружие. Таймбомбс. Аккумулятор с какой-то штуковиной. Это временная бомба, Дима. С таймером бомба, так что бегите. Бегите, глупцы. Достанет NPC-шек или нет? Ой-ой-ой, красиво жахнуло. Да. А, это сколько яблочный уже жахнул. Так, хорошо. У нас следующая Water Bells. Водяной шарик. Говнище какое-то. Water Gun. Интересно, а ты можешь кого-то убить? Водяной пушкой, интересно. Ну, давай проверим, сколько жизней потратится. Давай на вот, смотри, 100 жизней. Да, тратится, Серега. По одному хп. А это что за кабака? Чё это такое? Ух ты! Серега, давай в конце сделаем эпик. Да. Я думаю, что будет. Все снесет в угол карты, все машины, а мы просто растворимся в воздухе на молекулы. 3, 2, 1, уже. Я живой. Ой-ой-ой. А, нет, смотри, как машину колбасит. Ребята, если вам нравится, ставьте лайкосик, подпишитесь на канал. Ролики выходят каждый день. И всем, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.